Всем привет, народ, вы на канале Миа Бабки. Сегодня поговорим о проекте, о хайпике. Сразу хочу предупредить всех о рисках, о инвестициях, что риски всегда присутствуют. Я никогда никого ни к чему не принуждаю. Просто рассказываю, куда лично инвестирую, где зарабатываю, куда можно проинвестировать, чтобы заработать. Входить в проекты нет, решение принимайте вы сами. Говорю сегодня о проекте, который называется 24 Play Gold, да, то есть золото. Как видите, проект работает на английском языке, перевел я его через браузер. Сразу мы видим главная страница, у нас регистрация, выплачивать новости, часто задаваем вопросы, баннеры и контакты. Вниз мы опускаемся, есть описание проекта, панель для входа в проект. И ниже у нас есть тарифные планы. Первый тарифный план нам предлагает от 1,8% до 1,3% ежечасно, а выплаты на 96 часов. Минимальная сумма инвестиций у нас $10, максимальная $4000. Комиссия реферальная 2%, моментальная оплата. Второй тарифный план нам предлагает от 4% до 9%, также почасовая выплата на 48 часов. Минимальная сумма здесь уже $400, максимальная $40000. И реферальная программа здесь уже больше, она 5%. И самый жирный тарифный план на 24 часа почасовая выплата. Минимальная $4000, максимальная $400000. Зарабатываем мы от 14% до 20%. Реферальная комиссия 11%. Моментальный выплат. Также мы видим, присутствуют, да, документы. Можно посмотреть это все. Есть связь с администратором через email. То есть, если у вас возникают какие-то вопросы, вы их можете задавать. Регистрация. Кнопочка находится сверху. Вы просто заходите на эту вкладку. У вас она открывается. Сейчас это все подгрузится. Ну, загрузилась вкладочка. Здесь вы вводите свое имя обычное, потом вводите никнейм, пароль два раза, вводите код для транзакций, вводите все свои кошельки, которые у вас присутствуют, два раза вводите email. Секретный вопрос, секретный ответ, соглашайтесь правильно, нажимайте зарегистрироваться. После чего вы можете входить в свой личный кабинет, на котором вы уже можете инвестировать. Сейчас мы вошли в наш личный кабинет. Сейчас опять же сайт подгрузит. Все, сайт подгрузился, и мы видим, что у нас отображаются ваши личные данные, сколько проинвестировано, сколько выведено. Здесь мы видим, давайте перейдем на русский язык. Главное, учетная запись, сделать депозит для людей, которые хотят делать депозит. История вкладов, история дохода, вывод средств для того, чтобы вывести ваш депозит. Ваша реферальная ссылка, изменить учетную запись, это поменять пароль и тому подобное. Также есть информация, март, был старт в марте 11 числа, дней бега 20, то есть 20 дней проект работает. Всего счетов на 6433 человека, да, активных счетов 5640 человек. Общее количество депозита у нас составляет $214218 и всего выплачено 237734 доллара. То есть, как видите, выплачено больше, чем инвестировано. Это есть хорошо. Последние посетители онлайн, участников онлайн. Статистика, как мы видим, даже подкручена для того, чтобы было понятно, что нету тут накрутки. То есть ничего здесь мы видим, что именно сумма пополнения меньше, чем сумма вывода. То есть проект выплатил, все хорошо и платит дальше. Ссылочку на проект я оставляю внизу в описании. Кому проект нравится, вы можете инвестировать и зарабатывать. Не забываем о рисках, потому что риски всегда присутствуют. Входить в проект или нет, решение принимайте вы сами.
Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.